вами Дмитрий Лосев из магазина «Шубник», а вы на Тверской. Сегодня к нам зашел клиент за шубкой. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Людмила Николаевна. Вы к нам зашли и сразу же поинтересовались шубкой из мутончика. Почему ваш выбор остановился именно на мутончике, а не на норке? У меня норковая шуба есть, у меня есть астраган, да, Астраганчик, да, он потом. Но мне нужно мутоновый, потому что хорошо, удобно, коротенькое, сходить где-то на рынок, на магазин, то, что мне надо. Ну вот вы у нас одели мутончик, так сказать, сразу запрыгнули и решили сразу взять. Все, я решила больше не менять. Удобно вам? Очень удобно, тепло. Мне уже жарко здесь, конечно. Жарко вам, да? Так, а давно нас знаете, скажите, пожалуйста? Давно нас знаете, что вот мы здесь торгуем? Ну, давно, я же рядом живу, Пентагоне. Соседи наши, да? Вот секундочку, я вижу, у вас летучка с поясочком. Давайте я вам сделаю красивый бантик. Красивый бантик, хорошо? Давайте делайте. Чтобы у нас с вами действительно был вид законченный. Вот, вот так. Ну, слушайте, ну, великолепно. Если, пожалуйста, приходите, заходите, покупайте, радуйте себя перед Новым годом, перед Рождеством и вообще в своей жизни. Также ждем вас на весну за кожаной курточкой. Мы вам подготовили кожаные куртки и пальто. Вот. И ждем всех вас. Одеваемся по-модному в меховом. На Тверской. Да.